Павлодаре задержали мать, бросившую на морозе своего годовалого сына. Она оставила его на трамвайной остановке возле автовокзала. Там же замерзающего малыша в слезах обнаружили случайные прохожие. Мальчика доставили в больницу. После осмотра врачи сообщили, что у ребенка небольшое переохлаждение, но он ухоженный и активный. Полицейские с помощью видеокамер установили личность матери. На автовокзал она приехала на такси. Оказалось, что ей 33 года. Помимо этого малыша у нее есть еще и 9-летний ребенок, который живет с бабушкой в Экибастузе. Женщина призналась, что запланировала этот поступок заранее. Теперь ей грозит штраф до 280 тысяч тенге. Общественные или исправительные работы по статье «Оставление в опасности».